Всем привет! Это Дэн и Евген с канала Дэн Сталк. Это Степ Волф с канала Underworld. И это наш первый совместный сталк. Мы будем осматривать этот мост. На самом деле мы приехали на слет блогеров и поехали кататься и искать местные достопримечательности и заброшки. Вот. И нашли. Мы же просто так не можем приехать на слет и как нормальные люди, да, и там тусоваться. Это Борис. И мы находимся в замечательном этапарке Яснополя. На слете я практически не снимал, но мероприятие очень понравилось, и поэтому хочется рассказать о нем. А помогут мне в этом кадры, отснятые Олесей Облачной, который является организатором всего этого замечательного форума. Организовано было все действительно на отлично. И сцена, где своим опытом делились успешные блогеры, путешественники, представляли новинки туристического снаряжения компаний. И конкурсы кулинарные, спортивные, организованные для участников слета. И удобная площадка для размещения палаток со всей необходимой инфраструктурой. И, конечно, возможность пообщаться с интересными людьми вечером у костра и послушать песни под гитару. Напарница решила зарухить мост. А Дэн с Евгеном очканули туда лезть. А я вообще боюсь высоты. А мы еще хотим вернуться домой. Живыми. Но у нас есть Вера, которая не боится, отважная девушка Вера. Кстати, под мостом протекает реально живописная речушка. Вообще места тут очень приятные. Все-таки я тоже решил залезть на этот мостик и поснимать виды сверху. Давайте к нам! Лучше вы к нам! Нет уж, лучше вы к нам! Была комната с игрушками детскими. Я, короче, обрылась этими игрушками, говорю: Вова, сфоткай меня. Ну, взяла такой пистолет. Голодному мужику еду, чтобы он вас не съел. Уже запах пошел. Мы, конечно, не обедали, да, но вот мы нашли сковород. Заброшенная церковь, ну, заброшенный храм какой-то. Но винтовая лестница очень прикольная. Просто винтовая лестница, огонь. Продолжается у нас кролл по местным абандонам вокруг лагеря, где слет проходит. Собственно, есть такое выражение английское «паб кролл». Это когда переползают из паба в паб. А у нас кролл по местным заброшкам. На самом деле я никак не ожидал увидеть такую красивую лестницу здесь, потому что снаружи это здание просто смотрится как обычный остров. Стены и пустое здание. А тут целых две замечательных винтовых лестницы, отлично сохранившихся. Чугунные решетки, тоже явно сохранившиеся с тех самых времен, когда это здание было построено. При всем при том, что от самого этого здания мало что осталось. Но надо сказать, что, скорее всего, постройки это здание конца 19-го, начала 20 века, судя по тому, что здесь были использованы вот эти вот двутавровые балки. Ну и, конечно же, стоит показать эту церковь снаружи. Не совсем обычная архитектура для православной церкви. И что не характерно, это наличие изразцов на фасаде этой церкви. И логичное завершение вечера. Вау! Should be.